Приветствую всех, сегодня солнечная, прекрасная суббота. Мы с Запиром едем в заброшенное село Чирак, что в Бакульском районе Республики Дагестан. Чтобы тебя даже народ видел. Сегодня у меня штурман отсышка, так что все. Да, так что нормально все будет. Ну что, оставайтесь тогда с нами, потом мы покажем хорошие, прекрасные места. Остановились по дороге, вот такая вот кафешка. Между прочим, советую, если будете в районе Каспийска проезжать, купил себе вот такие вот пирожки с капустой. С капустой не было, картошка и воду. Вот здесь, в принципе, можно заказать чуду, там хинкала, минкала, кофе с собой можно взять. Вот она, эта кафешка находится прям на повороте Каспийск. Вот поворот Каспийск, и вот напротив кафешка. Ты что себе заказал? Я шаурму. Шаурму заказал, да? Да. Любишь, да, ты шаурму? Конечно. Красавчик. В общем, выехали мы из города по горной дороге, направляемся в сторону Леваши. Вот, облака сгущены, тучи. Чувствую я по дороге, дождь мы поймаем. У нас есть теплые вещи. Ну, в горах погода непредсказуемая. Сейчас дождик, может быть, потом солнце выйдет. Но будем надеяться, что на месте погода будет хорошая. Ладно, на связи. Ребята, зацените, пожалуйста, горные дороги. Вот мы начинаем постепенно подниматься в горы. Вообще мощно, мощно. Вот это покажи, вот это смотри. По левую сторону опасный участок местности. Вот так вот. В общем, выехали мы из села Горная речка. Левашинского района. Направляемся в сторону села Кумук. Вот до этого момента трасса была, в принципе, идеальная. Можно было нормально ехать. Сейчас вот такая вот дорога. Ну, в принципе, тоже можно ехать на легковом автомобиле. Мы сейчас на легковом автомобиле спокойно едем. Не так уж и сильно разбитые дороги. Интересные места я здесь никогда не был. Ребят, невозможно не остановиться, такую вот красоту не показать. Смотрите, какая красивая речка здесь течет. И вот эти горы. Мощные, мощные горы. Тебе места здесь нравятся, да? Красота. Очень красивые места, мне тоже так кажется. Ну, там старый мост, он железнодорожный, непонятно, что это за мост. Вот там наверху, я не знаю, видно или нет, сейчас папа постарает приблизить. Вот там есть дом, там кто-то живет. Я представляю, утром просыпаюсь, и такие виды здесь завидные. А вот это шиповник, да, растет? Да, это походу шиповник, да. Да, здесь не хочется есть. Ну что? Поехали дальше. Поедем. Друзья мои, находимся в горах, в окрестностях села Акуша. Вот такие вот у нас интересные горы. Дороги, в принципе, приемлемые. Особенно вот от села Леваши. Шикарные дороги, можно сказать. Трасса федеральная. Вот. Ну, здесь видно, что давно дорогу не делали. Но приемлемо можно ездить, в принципе, на легковой машине. Вот мы на Гранте ездим. Нормально все. Я вот поменялся местами со своим другом отсышкой. Потому что от него толку нет, он и снимать тоже нормально не может. И, короче, штурман из него, ну, на троечку. Слушайте, такие красивые места здесь, прям вот. Вот смотришь и глаза радуются, вот восторг просто, я не знаю. Здесь жить, наверное, одно удовольствие. И зелень, и растительность хорошая, и горы здесь есть. Скотоводством, наверное, местные жители занимаются, да, ты как думаешь? Да, конечно. Наверное, да, основная. А, еще, наверное, скорее всего, сажают капусту, там, картошку. Вот. Замечательные места. Вот по правую сторону течет речка. Скорее всего, Казикумух. Огороды. Сад. Да, я вот удивляюсь тому, как насколько часто здесь меняется погода. Вроде бы и выезжали, такая туча была, я тебе говорю, мощная. А сейчас солнце. Ну да, в горах не угадаешь погоду. Просто надо ехать.
Я в этих местах очень редко бываю, и о чем жалею, между прочим. Красивые места, надо сюда часто приезжать. Слушайте, я вот сколько наблюдаю, да, вот сколько я в горы не ездил, везде, в каждом крае свой какой-то особенный ландшафт. Ты заметил, да? Вот едешь по другой части, да, вот нашего Дагестана, вот со стороны тоннеля, вот Аварские горы, они вот другие. Вот в Южном Дагестане я был. Абсолютно другой ландшафт. И вот сейчас а вот, здесь, смотри, как, вот Лакские земли, да, вот. Как террасы, видишь. Как будто бы, я не знаю, они сглаженные, волнистые горы, что ли, такие. Очень мне интересно, вот просто природа вроде бы одна, один край. И все по-разному здесь. Вот вам горы Республики Дагестан, посмотрите, какие дороги здесь. Вместе люди жили, смотри. Ребят, вы просто смотрите, да, вот куда мы приехали сейчас. Вот здесь какое-то село из Караша. Вот не. Потому что там же этот есть. Вы посмотрите, как здесь клево. Вот там, если видно, там село Караша. Я не могу просто проехать мимо. Вот все эти моменты, все эти места вызывают такой восторг, такое удивление. Прям вот. Сейчас я покажу, что-то поближе сделаю. Как люди там жили, как они там построили себе дома, прямо вот на скале. Я просто в шоке. И все это у нас в России, все это у нас в Дагестане. Село Караша. Посмотрите, какие горы здесь. Да, Лакские земли, конечно, меня поразили очень. Ну что, какие у тебя ощущения? Не пожалел, что поехал со мной? Нет, конечно. Красиво здесь даже? Красиво. Очень красиво. Ну вот это село, посмотреть, каким. Да, я уже приблизил, показал его зрителю. Вот это село шикарнейшее. Ну, лошадка. Слушай, вот просто я вот поражаюсь тому, как у нас красиво. Ладно, поехали дальше. Ребят, очередное село Лакского района, вот там наверху какая-то крепость, вижу я. Интересные места такие, улочки маленькие. Видимо, одно из тоже древних сел Дагестана. Вот. Смотрим и радуемся. Вот там опять на горе прям построили дом и живут. Это, скорее всего, Казикумух, да, если я не ошибаюсь? Что за село это? Даже не знаем. Даже не знаем. Узкие улочки, прям как в Дербенте. Я, кстати, недавно в Дербенте был, это не рассказывал, ты не смотрел мое видео. Вот. Прорываемся дальше, в горы, дальше, больше. Посмотрите на атмосферу горного села, как здесь все выглядит, как здесь живут люди. В принципе, очень современные дороги тоже приличные. Не сказал бы, что такие плохие дороги. Нормальные дороги, особо много этих тоже нету, ямок. Вот, наверху какая-то крепость у них интересная. Не знаю, удастся мне заснять. Видимо, сторожевая башня какая-то. Вот, село, это походу районный центр, да, ты говоришь? Да, наверное, скорее всего, районный центр. И такой. Бар здесь есть. Не видно этой крепости. Вот она там вдалеке, но. Снимаю. Киношная картинка, правда? Как будто бы такое ощущение, что мы едем где-нибудь в Европе, где-нибудь в Париже, в Провансе там или еще где-нибудь. Прям вот. Шикарно здесь. Вон гора большая. Что за гора? Не знаю, высокая гора. Слушай, как здесь красиво, прям вот. А где вот эта гора? Может, вот эта гора? Не-не-не, она Широ. Эй, слушай, там такие горы интересные, я тебе скажу. Скорее всего, где-то здесь она. Шила гора по боку. Когда мы, надеюсь, ты не составишь компанию, поднимемся. С Божьей помощью. Только надо будет нам одного этого проводника. Проводника тоже найдем, проблем нету, главное желание. Так что. Вот, уважаемые друзья. Ты нажал кнопку, да? Да. Вы посмотрите, по каким местам мы проезжаем, елки-палки. И все это в горах на высоте 2500 метров над уровнем моря. Да. Да, елки-палки, я тебе говорю, здесь только машины, джипы ездят, походу. Да. Мы на своей гранте. В горах катаемся, туда сними. Вот. Переправа. Народ, смотрите, короче, куда мы попали. Вот такая вот дорога, уже практически 30 км мы по ней едем.
Дорога, конечно, не ахти, но ехать можно, в принципе, на такой легковой машине. Вот, по правую сторону от нас протекает небольшая речка. Название ее не помню, я недавно смотрел в навигаторе. Вот, осталось нам приблизительно пути около 47, да, 48. 44 километра осталось до места назначения. Да, места, конечно, очень красивые, прям вот рай, рай на земле. Здесь очень много пастухов, очень много фермерских хозяйств, насколько мы поняли. Да. Ну, вы сами видите по картинке видео, как здесь красиво, прям вот альпийские луга, Швейцария, только территориально находится в Российской Федерации. Вот, едем дальше, посмотрим, что там нас ждет. Вау, такое ущелье! Это просто... Такое ущелье здесь! Вау! Ну как здесь проехать мимо, а? Слушай, это походу типа каньона какого-то, да? Чем тебе Несулакский каньон? Есть, в общем, приехали мы сюда, в это село, да, получается? Вот оно, сюда, сюда. А что про это село можете сказать? Ничего не можете сказать? Я много чего, но... Ну, сколько лет этому село, например? О, это вряд ли кто скажет. Да? Ну, она же древняя, да, считается, насколько мне известно? Оно то разрушается, то вновь, вроде по разным источникам. Ну, 2000 лет есть село? Скорее всего, раз сколько Дербент существовало, столько и... А, подождите, он, это село ровесник Дербента? Ну, это я точно, я сам не историк, точно не могу сказать, но факт, что здесь по различным этим рассказам давно люди жили. Ну, вы сами тоже с этого села, да, родом, получается, да. Местные? Да, интересно. Монголы-татары прошли через это ущелье. О, они тоже здесь были, получается? Здесь, ну, это русская крепость была вот там. А где крепость проходила? Вот где это трансформатор стоял. Ага. Это территория крепости. Ничего себе. Вот кругом вот это, как сказать, как и возвышение же есть. Ага. Вот на этом возвышении крепость стояла кругом. Понятно. Только вот эти крепостные стены, камни тут. А вот наверху в самом селе кто-нибудь сейчас живет? Там нет, только по окраинам вот так. И то там пару хозяйств, да? Несколько хозяйств. Вот, видишь? Ну вот там вижу, да. Покрыто, там, новые. Там живут. Угу. Это самая старая часть. Она развалилась. Вот это возвышение, там первые дома, говорят, там были вроде. Вот здесь? Да. Вот все валится, оттуда в речку идет.
Так, итак, мы подступаем к этому старому селу. Здесь, в принципе, люди живут, наверное, где-то. Вот. А в других они живут. Пытаемся найти. Тут часть, получается, села обжитая, часть заброшенная. На какую? На другую сторону можно, да? Пойдем на другую сторону посмотрим. К сожалению, люди уходят, не остаются в родных краях, родных местах, в селах. Вот она получается. Старая часть, да, здесь? А. Смотрите, вот здесь это развалины. Гамсутль 2. Вот в каких условиях люди живут, посмотрите. Здесь течет речка. Кто-то здесь живет, кто-то уже не живет. Проходим по улочкам древнего села. Вот такие вот здесь улочки. Горянки и горцы здесь проходили. Вот кизяки на зиму запас делают. Вот родничок здесь есть. Приходили сюда за водичкой. Да, возможно, несмотря на то, что людям тяжело здесь жить, отсутствие каких-то, да, отсутствие каких-то элементарных условий, там газ, вода и так далее. Да, может быть, здесь тяжело людям жить, но здесь, не знаю, так прекрасно. Здесь голова отдыхает. Нету вот этой суеты городской, шума городского нету. Нету этого задымленного воздуха. Каждый выбирает, конечно, для себя, где ему жить. Но вот эти люди выбрали, сделали свой выбор. Те, кто оставил свои родные села, родные края. Они их на глину сажали. Ну да. Камень складывали. Это глина, да? Получается. Да, а вот здесь старинная мечеть есть у них. Пошли посмотреть ее. Вот, смотрите. Это был вход. Это был вход в дом, да? Да. Вот здесь какая-то арабская надпись. К сожалению, я не могу читать по-арабски. Интересные здесь постройки такие. Вот мечеть. По словам одного из жителей, вот интервью которого я брал, этому селу, возможно, около 2-3 тысяч лет. Вот здесь старая мечеть ихняя. Ну, она более-менее реконструирована, да? Да, вот здесь, смотри, голуби. К сожалению, закрыто. Не могу показать. Она, наверное, не действующая, да, скорее всего. Видите, какие улочки маленькие. Вот по этим улочкам люди. Вид, конечно, здесь очень шикарный. Смотри, как камень поставили, как арка, что же. Где камень? Пишется, вот камень, видишь? Ну да, это типа арки получается. Так, и скотину держали. Так, где наша машина? Возле села здесь очерак. Камень такой. И не знаю, на каком. На арабский вроде похож. А что здесь означает, это вроде бы никто еще не мог расшифровать, и какого года, какого века. Вот оно, в село само получается. И вот это вот статуэтка. В общем, запер, нормально, да, ты здесь? На берегу палатку поставил. Да. Дрова как положено. Чай на дровах. Молодец. Все условия. В общем, ребят, решили остаться здесь. Прямо на берегу речки. Сейчас будем ужинать. Баклажанки. И перцы. Да, вот все? Да. Вообще на живом огне вообще блюдом получается четкий. Я тебе скажу. Что ты будешь потрошить?
Вот эти те. Ты мне одну тарелку оставь для... Одну тарелку оставь для овощей, хорошо? Вот мелкие есть и глубокие 4 штуки есть. Все по 4 я взял. Все, красавчик. Поймали вот такую вот форельку, да? Только не мы, к сожалению. Ничего, мы же первый раз. Слушай, эта форелька, между прочим, такая большая, крупная. Да? Ну, да. Я и не видел даже вот эти форельки. А ты говорил, мясо хочу. Вот тебе и мясо, видишь. Он думал, я вот без мяса не смогу, давай мясо возьмем, колбасу возьмем. Я говорю, зачем тебе колбаса? А он не говорил, фольгу мы сегодня будем кушать. Так, у нас начался процесс жарки горной форели. Запир, продемонстрируй, как ты его жаришь. Не, секрет не надо рассказывать, как ты его готовишь. Интересно же. Ты готов, как я попробовать приготовление. Специальные щипцы тоже привез из Махачкалы, да? Да. Вот так. Так, секунду. Вот так. Ну что, товарищ, отсышка? Чай пью, вот конфетки есть. О, ребят, вдоволь наелись. Попили чай на дровах. Благо нам попался один очень хороший человек, с которым мы познакомились сегодня же. Вот что означает Дагестан, да? Вроде бы друг друга не знаем, приехали сдалека и вот так вот, да, познакомились. Да. Рамазан зовут его здесь неподалеку, проживает, говорит. Вот, приехал на выходные порыбачить. Вот, угостил нас своей рыбкой, очень вкусная форелька была. Вот, остаемся здесь на берегу. Вот такой костерчик сделали. Сейчас быстренько все уберем, нужно, не нужно. И вот наша палаточка. Прям здесь. Да. Ночуем и утром, наверное, скорее всего. Он еще сказал нам этот, если что, холодно будет, приезжайте. Да, он даже звал. Говорил, приезжайте ко мне домой, будем ночевать у меня. Мы говорим, нет, мы приехали на отдых. Действительно очень холодно, он даже свою куртку мне отдал, бедный, вот она на мне. Так что такие вот дела. Спокойной ночи, отключаемся. Скажи спокойной ночи, люди. Спокойной ночи. Утро доброе, друзья. Утро на горах всегда доброе. Проснулся от того, что ужасно холодно. Да, вот такой вот сделал костер. Сейчас будем варить кофе, чтобы хоть немножко согреться. Отсышка спит в палатке. Вот там та речка. Очень красивое место. Так, взял вот такой вот, вот такую вот гейзерную кофеварку. Здесь же будем сейчас варить кофе. Так, набрал воду до отметки и так вот эта воронка, фильтр специальный, ну, в принципе, устройство гейзерной кофеварки, наверное, всем известно. Так, сюда сыпем кофе. Сыпем кофе. Немножко выровняю. Вот так. И сверху эта штучка. Прикручиваем его. Вот этот резервуар. Вот так. Прикручиваем и ставим на огонь. В ожидании кофе. Ребят, вам удавалось когда-нибудь готовить кофе на дровах? Мне вот удавалось, очень вкусно получается. А уже вот рассветает. Очень красивое зрелище, вот там туман обволакивает горы. Не знаю, взлететь, не взлететь на квадрокоптере. Такое чувство. Находясь здесь, чувство свободы, чувство того, что голова твоя отдыхает от ненужных мыслей. Сегодня будем немножко рыбачить.
Говорят, здесь очень вкусная форель. Что говорят, мы сами его вчера пробовали. Очень вкусная действительно форель в этих местах. Так что будем смотреть. Вот эта речка, она, истоки ее начинаются оттуда, вот с Лакского района, откуда мы ехали вчера с утра, днем. Вот оттуда начинается, значит, маленькая-маленькая речка и превращается в такое вот озеро. Вот вам утренний кофе, приготовленный на живом огне. Сейчас будем пить. Так. Смотрите, какая пенка получилась. Ух ты! Вот он, но... Красотуля. Наша кофе красотуля. Ребят, что может быть лучше? Утреннее кофе. И такой вот прекрасный вид. Просто ты находишься в горах. И скоро будет рассвет, иншалла. О, ребят, так хорошо стало. Попил горячий кофе. Ну, кстати, я порезался, когда дрова делал. Попил горячий кофе, прям кровь моя закипела, так тепло стало, хорошо. Сейчас думаю немножко полетать на рассвете, поснимать с дрона вот эти вот красивые места. Отсышка спит, не будем его будить, наверное. Это наша первая форель сегодня. Отсышка, ты сегодня, Зафир, прям отличился. Покажи, ты красавица. Да, вот она, красотка. Это твоя первая форель, да? Ну, поздравляю. В общем, утро у нас доброе, в прямом смысле этого слова. Вот, начинается с такой вот красивой форели. Так, поехали дальше.